пришла сегодня в стоматологию, нужно записываться на прием заранее. Прием будет стоить 50 крон, вне зависимости от того, что будет делать доктор. Вот сейчас ожидаем. Для детей все процедуры бесплатно. Для беженцев из Украины. На сегодня доктор закончил? Сегодня. Половина работы, тут надо еще прийти 13 числа. Для беженцев из Украины, которым нужна стоматологическая помощь, находятся рядом в Мершке или рядом в отеле, оставляю в конце видео все адреса и телефоны. Сейчас покажу, где это находится, чтобы вы легко нашли. В общем, только что вышли из стоматологии. Часы приема. Сказали, что даже если я здесь не закончу лечение, то я могу продолжить в любой клинике, куда нас переведут на следующем месте, в любом продолжить лечение. Так вот выглядит вход, лифт. Подняться на второй этаж или пешком на второй этаж. Такая кнопочка, нажимаешь на нее, и дверь сама открывается. Очень удобно. Мамы с колясками. Здесь такая же. Вот этот вход. Если смотреть впереди, вот там этаж НДМ, здесь Евроско. Обувь. И напротив, вот вывеска. Здесь находится эта фотография.